Гостей моего канала, я Светлана Портнягин. Друзья мои, будем жарить картошку. Ну, вот просто, понимаете, просто скучно мне. Ну, в общем-то, она немножко такая необычная, чуть-чуть совсем. Для картошки нам понадобится жареный картофель непосредственно, лук, смесь сливочного растительного масла. И хочу добавить я морковки. Вот хочется мне, чтобы вот... Ну, потому что сейчас все свежее, все время хочется что-то овощей. Короче, приступаю, друзья, сейчас порежу. Все овощи приготовлю. Вот у меня сковородочка. Сюда мы нальем масло и положим немного сливочного. Итак, друзья, пока я картошечку чищу, режу. Вот у меня, смотрите, я налила растительного масла. Да будет свет, сказал электрик и перерезал провода. Вот. Ну, вы добавляете столько, сколько вам нравится. И такой вот кусочек. Не знаю, грамм 40, наверное. Я включаю, чтобы у меня сковорода грелась. Готовлю пока овощи. Картофель я режу обыкновенно, могу показать. Это просто. Так, так, и затем... И затем вот так. Не классический у меня способ. У меня всегда свои способы. Итак, друзья, смотрите. Я пока резала, я прикрыла, чтобы, ну, не темнело картошка. Смотрите. Я потерла морковочку, часть основную, порезала тоненько, вот так вот. Лук порезала так, произвольно, толсто. Теперь я добавляю все это в картофель. Так. Вообще, кто не любит жирного, можно прямо сюда чуть-чуть масла, чуть-чуть. И вот так все перемешать и прямо жарить на сухой сковородке. Итак, друзья, теперь вот такое волшебное действие. Смотрите, я солю. Картошку вообще не люблю, чтобы она была такая, чтобы она была немножко недосоленная. Она тогда отдает весь вкус. Посолила. Теперь добавляю смесь перцев. Сразу. Потому что говорила я вам, что пряности отдают маслу отдают свою вкусноту. Кориандр. У меня нету целенького. Я бы целенький бросил, но нету, к сожалению. Кориандра чуть-чуть. И мускатный орех. Картофель любит мускатный орех. Немножко, не переборщите. Мускатный орех очень полезен. Так, все. Теперь я перемешиваю. Вот у меня сковородочка уже. Самый раз. Все это перемешиваю. И ручками иначе пряности, чтобы лучок, морковочка, чтобы все тщательно перемешалось. Ой, дух какой! Ну и приготовим, конечно, соленую рыбку или огурчики. Капуста еще нам нет, у кого есть, только маринованная какая-нибудь. Ну так, все. Я высыпаю все на раскаленную сковороду. Закрываю крышкой, прикрываю, немножко дырочку оставляю и на сильном огне. А там уже будем смотреть по ходу действий. Что будет происходить? Потому что плита у меня не важная, сковорода тоже старенькая. Поэтому я уже буду смотреть по ходу действия. Так, сейчас я перемешаю. Вам не видно, уж простите, но я перемешаю для того, чтобы маслом обернуть каждый кусочек. Надо перемешать. Какой дух, какая красивая будет у нас оранжевая картошка. Это что-то потрясающее. Необыкновенное. Ну, вот так вот, на сильном огне, вот, чтобы не размешиваем до тех пор, пока внизу у нас прям корочкой не будет, красивой такой. Все, я не закрываю, а прикрываю. Сейчас я вам покажу, чтобы вы убедились. Вот, щелочка у меня, видите, слева? Вот, это чтобы пар выходил. Вот так вот. Вот, друзья, что-то мне не верится, что там что-то поджарилось. Время 7 часов вечера, воскресенье. Напряжение вообще не будет, даже не скворчит. Ну что это? Ой, сейчас париться будет. Я открываю даже крышку. Ой, пахнет вообще необыкновенно. Ой. На шестерке стоит на полной, представляете? Вообще напряжения нету. Ждем. Итак, короче, друзья, процесс какой-то странный вообще происходит. Я не знаю. Один раз я размешала, по-моему, уже горит. Лук, посмотрите, подгорел. Вкуснятина.
Главное, размешала. До этого вообще ничего не поджарилось. Ушла буквально 2 минуты меня не было. О, ну и все, теперь можно уменьшить. Хотя, может, уже готово? Не, еще не готово. Теперь я уменьшаю и под крышечку. Ну, не сильно буду закрывать, чуть-чуть. Хотя можно и не уменьшать. Вот так, короче. Ну, для меня это не горелое, я вам сразу говорю. Для меня это поджаристое, потому что лук такой вкусный. Нет, оно еще сырое, я прямо чувствую, оно твердое. Потому что открытая была крышка. Все, прикрываем маленькую дырочку. Огонь я уменьшила, ну, не на четверку, а на пятерку. А то вообще будет кваситься. Вот так. Ну и все, ждем до готовности уже. Итак, друзья, наш жареный морковный картофель готов. Я его буду кушать с огурчиками с маринованными и черным ржаным хлебушком. Желаю вам кулинарного вдохновения, радости бытия. Всего самого хорошего. Проходите по моим ссылочкам, регистрируйтесь, покупайте интересные, хорошие товары, которые вы давно хотели. Учебный год на носу. Покупайте все деткам своим. Вот. Желаю вам всего самого наилучшего. Ставьте лайки. Спасибо. Всего самого доброго. До встречи. Чао, какао.